лютики по сравнению с этим, они просто отдыхают. Вот сейчас ваши уши завянут. Я предупреждаю. Можете сейчас выключить звук. Я дам какой-нибудь знак, когда эта песня закончится. Вот, но тем не менее, я вас предупредила. Потом не нужно кричать «Аляша, что за хуйня?» У меня уши отвалились, уши закрывоточили. Все, больше не принимаю такие отмазки. Я вас предупредила, можете выключить звук.